сколько мы сможем заработать на Bloom? Вообще, сколько будет стоить одна монетка? Для начала обратимся к заявлениям, которые делали сами разработчики. Там писалось о конвертации монет 1 к 3. То есть за 3 монеты Bloom мы получим 1 токен. Однако впоследствии эти данные немного изменились и уже писали о конвертации 1 к 6 или 1 к 9. Мы с вами не будем верить в чудо и даже немного снизим планку наших ожиданий и представим конвертацию 1 к 10. Теперь главное понимать, что говорит о потенциальной низкой и высокой стоимости монеты. Я думаю, будет разумно отнести два самых негативных варианта. Первый, то что Bloom это чисто скам проект, ну такое реально маловероятно. И второе, то что Bloom сразу после листинга умрет. То есть у этого проекта нет никакого будущего. Ну, это я, честно говоря, тоже сомневаюсь. Кстати, вместо Таполок есть классное приложение, X-World. Приносит, конечно, не огромные деньги, как обещал хомяк, но пару долларов в день точно можно делать. Оно долгое время работало чисто на зарубежном рынке и теперь наконец-то пришло к нам. По сути, здесь размещены различные игры и приложения, за использование или скачивание которых мы получаем реальные деньги. Но деньги, очевидно, берутся не из воздуха. Их платят сами создатели игр за размещение вот в этом приложении. Из хороших игр, например, Мастер Побега, Спринт, но вы можете выбрать то, что вам больше нравится. У них есть свой токен билд, листинга его ждать не нужно, он уже спокойно торгуется. И чтобы увеличивать его фарм, нужно покупать питомцев, либо эльфов. Чем выше уровень питомца, тем больше денег можно получить за все. Для прокачки их нужны всего лишь игровые кристаллы. Эльфы же позволяют значительно увеличить наш доход, но получить их бесплатно нельзя. Ну и их же можно продавать и сдавать в аренду другим игрокам. Кстати, мне как блогеру доступны подарочные коды, их можно ввести в игре и сразу вывести монеты. Оставлю его в описании, нужно будет просто зайти во вкладку «Подарочный код» и ввести его. Самое классное, что за приглашение игроков здесь тоже платят реальные деньги. Ну, то есть серьезно, здесь не монеты, а токены, которые можно вывести. У меня аккаунт уже пара месяцев, хотя, конечно, играю я не очень активно. Но периодически захожу и какие-то суммы отсюда успешно увожу. Во всяком случае, проблем еще ни разу не было. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Можете перейти и все сами посмотреть. А вот теперь обратимся к положительным позициям. Первое. Bloom является самым популярным проектом в Телеграме на данный момент. Ну, очевидно, после Hamster Combat. Второе. Bloom обладает, очевидно, гигантской поддержкой комьюнити. Это довольно важный параметр. Третье. Bloom заключил довольно много партнерств, которые потенциально могут сыграть ему на руку. И, наконец, четвертое. Bloom является тем проектом, кто строит гигантские планы после листинга. Исходя из этого, очевидно, что цена монеты Bloom не может быть очень низкой. Конечно, все бывает, но мы с вами рассчитываем на доход больше, чем был в Hamster Combat. Хотя, конечно, сейчас хомяк запускает второй сезон, и неизвестно, как после этого изменится его цена. Да, Bloom, конечно, менее популярен, чем Hamster Combat, но в данном случае эта разница не критична. Я бы скорее сравнивал проект Bloom с проектом Dox. Напомню курс Dox и среднюю доходность, которую можно было получить, активно играя и выполняя все задания. А теперь вспоминаем, что у проекта Bloom больше партнерств и, самое главное, есть довольно четкие, очень серьезные планы на развитие в будущем. Более конкретно, Bloom хочет стать первой биржей в Телеграме. Конечно, пока до биржи им довольно далеко, что-то там делается, но как-то медленно. Однако, в целом, это положительно влияет на продвижение проекта. В итоге, учитывая силу проекта, его сравнение с другими и его очевидные недостатки, мы можем рассчитывать примерно на вот такую цену за один токен. Только, конечно, я рассчитываю подобную цену только на листинге, потому что дальше она может измениться в большую и меньшую сторону очень сильно, и зависеть это будет уже совсем от других параметров. Если Bloom действительно сделает какие-то более серьезные действия в сторону развития своей биржи, то я думаю, что реальная цена токена может вырасти даже до таких значений. Но это уж как получится. Повторюсь, в худшем варианте я не думаю, что мы получим меньше, чем в Hamster Combat. Все-таки он дал многим проектам понять, что подобный листинг и airdrop делать не надо. Это просто мое мнение, никому его не навязываю. Если у вас другое, то это даже хорошо. Кстати, рекомендую зайти в мой телеграм-канал. Там много полезных новостей по таполкам, реально полезных. И криптовалюте в целом. Если что, ссылочка будет в описании.